Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про аквариумную рыбку Даню. Аквариумные рыбки Данио идеально подходят для новичков. Они выносливы, красивы, легки в разведении. За их активно плавающими стайками очень интересно наблюдать. В естественной среде обитания их можно встретить в водах азиатских тропиков, преимущественно Индии, Таиланда и Мьянмы. Рыбки Данио имеют продолговатую форму тела, в длину они могут достигать 4-6 см. Для аквариумного содержания очень популярны как естественные, так и выведенные искусственным путем формы Данио. Прежде всего есть Данио природного окраса, это Данио арбуз, например, или Данио вишневые, а есть Данио также ксантерные формы, то есть подкрашенные, и они, конечно, обладают более яркой окраской. Данио – миролюбивые рыбки. Они не представляют опасности для других подводных обитателей. Однако, будучи небольшого размера, могут быть восприняты как лакомство большими видами рыб. Это необходимо учитывать, подбирая для Данио соседей по аквариуму. Основное отличие в поведении – это большая активность этой рыбы, то есть рыбы любят сильные течения, любят большие просторные аквариумы, для них критична длина. То есть выбирая между аквариумом там, 20 см и 60 см, Данио, конечно, будет лучше себя чувствовать в 60. Рыбы очень активны, очень подвижны, их можно содержать практически с любой рыбой, но надо помнить общее правило. Если рыбка влезает в рот, скорее всего, она будет съедена. То есть с крупными рыбами сажать ее не стоит. Что касается ухода за Данио, то здесь главное помнить о том, что этим рыбкам обязательно нужна крышка на аквариум. Данио подвижные рыбки, они могут выпрыгнуть из своего жилища. Также важно не забывать о качественной аэрации и фильтрации воды. Кроме этого, нужно еженедельно осуществлять подмену пятой части воды. Оптимальная температура воды для Данио составляет 20-23 градуса тепла. Рыбы предпочитают температуру воды до 25 градусов. В кормлении можно использовать и хлопья, и гранулы, а также мелкий замороженный корм, ну, например, циклоп. Содержание никакой особой сложности не представляет. Средняя продолжительность жизни аквариумных рыбок Данио составляет 3 года. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!